Общий вопрос сначала по победе. Какие эмоции? Потому что команда очень хорошо стартовала. Только положительные эмоции. Идем от игры к игре. Сыграли на ноль, это очень хорошо. Забили два мяча. Вот. Двигаемся дальше. 8 голов в начале чемпионата. Почти как у «Зенита», можно так сказать. Да, мы отталкиваемся от своей игры. Вот есть моменты, забиваем. Ну, конечно, мы много и не забили, вот, но работаем над этим. Не могу не спросить, вот последнее, что очень много обсуждается, это игра Леши Батракова, как сказать, стоит. Да красавец парень, что я могу сказать. Все ведет атакующую игру, я только рад за него, если честно, красавец. Слышали, что он называет его новым половиной? Он молодой, у него большое будущее. Главное, чтобы Талер продолжал работать, как сейчас работает. Вот. И я думаю, все будет отлично. Спасибо.